Друзья мои, я хочу анонсировать 10 занятий, которые где-то с пятницы мы будем в записи здесь публиковать. Эти упражнения связаны с болями в плечах. Если у вас болит плечо, хроническая боль, вы не можете о нем спать, не можете, неполная мобильность в плече, пожалуйста, занимайтесь вместе с нами очень простыми упражнениями. Для этого вы должны сделать палку для себе, которая начинается от кончиков пальцев и где-то размером до середины вашего бицепса. Мы будем заниматься упражнениями, которые лучше всего помогают при проблемах с вращательным манжетом плеча, который по-английски называется rotator cuff, и представляет из себя такую группу связок, сухожилий, которые вокруг головки плеча и акромиона, и клавикулы там формируют, там бурсу. Вот, и давайте, в общем, присоединяйтесь, будем заниматься. Если у кого-то есть боли в плече, пожалуйста, вместе со мной делайте эти упражнения. Вот, если хотите научиться и помогать людям, потому что, наверное, больше 80% всех заболеваний плеч приходится как раз на rotator cuff, как раз на вот этот вот вращательную манжету плеча. Учитесь для того, чтобы помогать другим. У вас здесь на нашем сайте, на нашем сервере будут свои сайты, на которых вы будете заниматься помощью людьми. Пока давайте все вместе наблюдать, поможет ли перч сам себе. Потому что у меня реально проблема с плечом, как вы видите. Все, увидимся, пока.